пресс. Вот. О. Сергей, свои, скажи свои ощущения от мобильной бани, как тебе? Во! Понравилось? Супер! Ага. А здесь затоплено согра. Наверху зонтик, диффузор, дефлектор, печка согра. Вот сейчас в таком режиме. Но это не страшно. Зато в палатке очень тепло. И только начали. Я просто не в курсе уже. Часу нету, сегодня импульс сделал с утра. На спину. А я успею? Игорь! Все, все, быстро! Ой, ядреный. Так, держу. Сколько градусов в интерес? Это липа, да? Липа. Лёд, да. Лёд. Липа. А, липа. Вот эти липочки. Это намочные же, да? Да. Отлично. Теперь давай его мне. Ой, блин, как. Парень, парень, в душу правим. Ой, какой аромат, елки-моталки, блин. Это с березового, правильно? Нет, вот с этого. Охрененный аромат. Липа. Липа. Но больно. Березы пахнет. А липа? А почему именно руки так вот? Потому что... Конечности. Именно конечности. Класс. Вот это вот я. Вот это вот я люблю. Ой, пальчики, пальчики. Ой, прямо щипит. Щипит, 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 щипит. Писюн, ты мой писюн. Это вот эта шапочка, да? Банная. Ну это не банная. Она не банная вроде. Ну, не банная. Ну ладно, все. Ниже 80 уже. Лежать, а выше 80 поддавать. Я еще не дошел до кондиции, но чувствую, пар потихоньку пробирается все ближе, ближе, ближе к моей душе. Но пока еще вот чуть-чуть пару заходов, и вот проймет меня до конца, до костей, как говорят, пар до костей пробирает. Ну, видишь, трудно вот от всего нароста, вот от всей жиров, от всей вот этой гадости, которую мы едим, трудно сразу избавиться, надо постепенно избавляться. Но я надеюсь, вот еще пару заходов, благодаря вот нашему банщику Игорю, вот, мы сможем победить вот все, что в нас накопилось, все вот эти углеводы плохие, макароны, и они уйдут, и мы, наконец, сможем обрести вот подлинную, настоящую телесную оболочку, которая была дарована младенцем. Пока. И родничок потереть в конце. Лучше массажной щеткой.
Чтоб последние волосы не вылезли. А что? А здесь вторая печь не работает еще? Работает. Работает, а что? А в этой уже тепло палатки, да? Там тоже скоро же пальцы. Там тоже тепло. Альтернативная будет баня. Ну там просто тепло. Ну да, просто. Отапливаем палаточку.